вы использовали их практически иррациональную ненависть друг к другу. Пришел Фюли и сказал: вот, ребята, как вы сами говорите, вот, ребята, результат опроса общественного мнения. Вот Владимир Николаевич и его команда вас подвели к обрыву. Маленький толчок, и вы там, на дне. То есть он помог им, раскрыл глаза. Ребята, оставьте ненависть друг к другу. Игорь, а вы знаете, что он имел в другой руке, Фюли? Не знаю. 300 миллионов кредита. Вот видите, вот видите, вот, вот, вот. Вот а? Сейчас. Вот они на сейчас вещи, и сейчас как, делят. Да, да, да. Ну, мы это не знаем, Владимир Николаевич. Давайте так будем. Мы это знаем. Будем...